Молодая гвардия совместно с Центром развития творчества детей и юношества и Новошахтинской детско-молодежной общественной организацией «Юность не святая» провели акцию «Ларец добра». Этот праздник в России малоизвестен, но набирает свои обороты. Новошахтинская молодежь с удовольствием приняла участие в акции. Мы хотим поднять настроение жителям города и обратить внимание на то, что нужно быть добрее друг к другу, чаще помогать друг другу, ну и, конечно же, не быть безразличными. Раздавая подарки, участники акции как бы посылали каждому человеку лучи добра. А каждый житель города мог бесплатно насладиться горячим и сладким чаем прямо из самовара. Взрослые дети были очень рады неожиданным проявлениям доброты. Молодцы, молодцы, замечательно. Ой, я просто плакать хочу от вашего добра. Спасибо. Приятно очень. Приятно, внучке подарю. Хотелось бы, чтобы подобные акции проводились как можно чаще, ведь людям необходимо дарить добро, чтобы и они могли поделиться добром с окружающими их людьми.